На теннисном корте завершаются финальные поединки за призовые места в парном разряде микст. Встречи перенесли на более позднее время, чем это планировалось ранее. Потому на трибунах остались лишь самые стойкие болельщики. А здесь народ на 13:30 соревнований, здесь народ сидели полно и семьями. Привел ребенка, чтобы посмотрел, чтобы больше уделяли внимания детям. Когда смотришь правильную игру, сам начинаешь повторять за ними, что-то получается, что-то нет. На юбилейном чемпионате в Казани встретились более 200 спортсменов со всей страны. Прошлогодняя чемпионка России и сборной Татарстана Ксения Лыкина в этом году стала третьей в парном разряде. Лучший результат сборной показала Екатерина Яшина. Она стала серебряным призером чемпионата России. Играли против сильных соперниц. Они стоят сейчас 120-е где-то в мире. Вот. И будем работать, и я считаю, если так близки были к победе, то в следующий раз можно и победить. Чемпионат России наша республика принимает уже в 6-й раз. В этом году в турнире участвовали 12 спортсменов из Татарстана. Причем, как отмечают специалисты, с каждым годом наша сборная становится все сильнее. В прошлом году у нас никаких шансов среди мужчин не было. В этом году, к счастью, у нас есть пара Тимура Киямова и Александра Бабарыкина, которые за 2 месяца до этого выиграли несколько турниров международных в других странах и пришли подготовленными к этому турниру. На этот раз они смогли пробиться в матч за третье место и, к сожалению, уступили более сильным соперникам. Екатерина Нерушкина, Роман Фенин, телеканал «Эфир».